хотим быть полезными для людей. Деревню и что туда. Да. Они приезжают потом туда, к вам. Да, да, да. Ну, люди не знают, где остановиться. А это родина для людей, которые православные, хотят, чтобы дети так воспитывались, страхи Божьи, почтение к родителям. Это то самое, уже готовое. Мы получили статус, построили храм, брат у меня священник, школа государственная работает. Это с нуля, где вот эти не пить, не курить, не материться, не воровать. Это мечта любого правителя. Так что я вам оставляю листья, как бы кому-то бывает, такие люди подошли, и по вам раз скажите, есть такое место. Ну а дальше по телефону или по сути. Да, опять же, не нашел. Это выражение не хочу, вы хотели. А, вот.